Я Филипп Романов, астроном-любитель, самостоятельно открывший 46 переменных звезд и самостоятельно написавший научную статью об одной из них, которая была опубликована в сентябре 2018 года в одном из научных журналов. Но я вынужденно скитаюсь второй год подряд по чужим углам из-за невозможности безопасного беспрепятственного проживания в своем единственном жилье и из-за невозможности беспрепятственной продажи моего жилья, комнаты номер 2, двухкомнатной коммунальной квартире в городе Москве, расположенной по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1, квартира 210. Поэтому я принял решение снижать стоимость моей комнаты до минимально возможного порога, поскольку у меня и у мамы не имеется возможности продолжать оплачивать аренду чужого жилья, и нам необходимо купить свое жилье, безопасное для проживания.